О святая, всеблаженная Мать Ксения, под кровом Всевышнего жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерью, голод и жажду, холод и зной, поношение и гонение претерпевшая, дар прозорливости и чудотворение от Бога получила еси, и под сенью всемогущего покоившися, ныне Святая Церковь, яко благоуханный цвет прославляет Тя, предстояще на месте Твоего погребения, пред образом Твоим святым, яко живейте, сущий с нами, молимся Ти, прими прошение наше и принеси их ко престолу милосердного Отца Небесного, яко дерзновение к Нему имущее, и спроси притекающим к Тебе вечное спасение, на благое дела и начинание наше щедрое благословение от всяких бед и скорби избавление. Предстань святыми Твоими молитвами пред всемилостивым Спасителем нашим о нас, недостойных и грешных. Помози, святая блаженная Мать Ксения, младенцы, светом святаго крещения зарите и печати дара Духа Святаго запечатлете, отроки отроковицы в вере честности, богобоязненности воспитати и успехи в учении им даровати, болящие, недугающие, исцели, семейным любовь и согласие не спасли, монашествующих подвигом добрым подвязатися удостой и от поношения гради, пастыри в крепости Духа Святаго утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о лишенных в пресмертный час причащения святых Христовых тайн умоли, Ты наша надежда и упование, скорое услышание и избавление, Тебе благодарение высылаем и с Тобою славим, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.